тяжело нам даются голы, но я думаю, мы это скоро исправим, будем забивать больше, и разные люди будут забивать. Вот. Но нам необходимо было выиграть. Хотелось бы выиграть при хорошей игре, но блин, второй тайм все смазал. Недовольны своей игрой во втором тайме, хоть и играли в преимущество, было удаление соперника. Но это как бы оставило осадок небольшой, но все равно рады, что добились положительного результата. Но над качеством игры будем работать. Так сложилась просто так игра, не знаю, это вот может потому, что давно не выигрывали, ну вернее вообще не выигрывали в этом чемпионате пока, и из-за этого как бы хотели по максимуму сохранить наше преимущество, но надо было действовать чуть по-другому, конечно. Расстановка на игру была добиться положительного результата при качественной игре, но как бы дальние удары — это как бы футбол. Они тоже бывают, и поэтому надо бить издалека, не только штрафной. А ты кому-нибудь голы посвящаешь? Ну, сейчас посвящаю жене, она у меня беременна вторым ребенком, поэтому только ей пока голы.